Мам, можно поесть немножко лапши? Я очень приголодался. Нет, сынок, ты уже очень много съел за сегодня. Сиди в своей комнате. Всем привет, мы играем сейчас Hello Virtual 3D Mom. И это злая мама. Сегодня мы должны ее пранковать и троллить. Поэтому присаживайся поудобней. Пожалуйста, поставьте лайк прямо сейчас. Я открою эту дверь и затроллим эту мамку. Нам нужно сейчас спуститься вниз. И она меня поймала. Ау, мамуля, отстань, говорю. На счет три, все дружно ставим лайк. Раз, два, три. Так, мамуля, иди сюда. А, нет, все, она ушла. А, мамка только заходила в ту комнату. Эта дверь закрыта. Мы отсюда выйти не можем. А, можем. Ты лянь просто, погоди-ка. Мы спускаемся вниз. Но тут, друзья, нас ждет еще папка. То есть батя будет ждать и нас может ремнем побить. Поэтому, друзья, мне кажется, у всех такая ситуация есть, когда родители наказывают. Напишите комментарий, вас наказывали когда-нибудь или нет? Там, сиди дома. Воу, батя пришел! Эй, куда пошел? Ну-ка быстро в комнату! Что ты тут делаешь? Тебе нужно учиться! Да блин, дайте мне поесть лапши! Они не дают мне лапши поесть! Да вы сдурели что ли? Но это не настоящие мама и папа, а настоящих маму и папу нужно любить и уважать. Запомните, друзья. О, пойду прогуляюсь! Чё-то я устал. Слишком большой дом туда-сюда ходить. Зря мы такую хижину купили. Ну ничего себе, огромный реально дом. Ой, мамка идет, открывай дверь быстрее. Собачка, лайки. Посмотрите, друзья, вам нравится такая вот собачка? Влепите лайк, как раз ее зовут Лайки. Нам нужно, получается, на кухню. На кухню, чтобы попасть, нам нужно пройти вот сюда. Открывай. Открыли. Тут у нас, получается, не кухня, но нас тут ждет дверь. Открывай. Вот она что, лапшичку мы забираем, но это не полезная лапша, это как Ролтон там, Биг Бон, поэтому... О, батя, ты что тут стоишь? Я жду, сейчас ты подойдешь, я повернусь и тебя закашу, шучу я, давай иди, сынок, кушай лапшу. Блин, а мама меня не разрешает. Да мне все равно, можешь кушать траву. А траву? Ты издеваешься, так тут дверь закрыта. Подождите, а где наша кухня? Нам же нужен на кухню. Что за бред? Вы просто гляньте, как выглядит этот особняк. Просто фантастика. Там мама ходит на втором этаже и на первом батя. Но нам нужно найти срочно нашу кухню. Лайки, привет. Ты не хочешь со мной поиграть? Смотрите. Оу, не надо так делать. Она, походу, что-то делает. Она в туалет ходит тут. Сразу же на месте, где спит. Это неправильно, Лайки. Неправильно мы тебя воспитали. Ладно, нам нужно найти кухню. Кухонька, ты где? О! Заберем сейчас эту штуку и попробуем найти кухню прямо сейчас. Вот она, наша кухня. Нам нужно вот сюда. Чтобы сюда забраться, мы должны поставить вот эту штуку. И сразу же батя пусть уйдет. Батенок ушел. Мы пробираемся сюда. Пока мамка нас не видит. Ой-ой-ой, а то она может нас наругать. Мы готовим себе лапшу прямо сейчас. И подходим сюда. И, конечно же, ставим сковородку вот сюда. Отлично! Мы приготовили себе лапшу. Ой, отлично. Молодец, что приготовил. Главный герой какой-то странный голос. Но нас ждет следующий уровень. Ой, почитаю-ка я комиксы. Отлично, Супер Хероус. Я хочу посмотреть фильмы. Нужно найти комнату с фильмами. Что? Комната с фильмами? Ты издеваешься, тебя мамка спалит. Ладно. Ну неужто ли вы так не делали, друзья? Когда мама говорила уроки делать, а вы уходили и пытались играть. Играть там на компьютере или что-нибудь где-то где-нибудь еще на телефоне. Поэтому влепите лайк, если у вас так же было. Ой, батенок пришел! Я забыл про него! Ой, блин! Мне скучно! Я хочу посмотреть телек! Нужно найти лэптоп! Да, давай найдем прямо сейчас! Обязательно, но мамку будь осторожен, не пались на нее, а то она тебя может поймать и все. Будет вообще изи. Ой, мамка идет, лянь. Куда она пошла? Так. Отлично, она пошла на получается, на балкон. Ага, все, мы выходим. Опа, вот она, что нам нужно. Это комната, где мама. Специально поставили сюда телевизор, чтобы я не мог проходить через ее комнату. Так, мы взяли какой-то диск. Подходим сюда. Мы должны использовать как-то это, наверное. Вот он, телевизор. А телевизор почему-то не могу использовать. Тут у нас PlayStation 4. И телевизор включить никак нет. Смотрите, тут у нас до конца не встроена эту розетку. Наверное, что-то не то. Мама, может быть, забрала какие-то еще дополнительные шнуры, чтобы я не смог сидеть.
Мамка идет сюда, надо убегать быстрее в свою комнату. О, кого-то я слышу, кого-то я вижу. Что ж там ходит? Так, подожди, мамка. Ты, надеюсь, не сюда идешь? У нас есть какой-то диск. Нам нужно в нашу комнату зайти. Watch the movie Undead Laptop in your room. Нужно смотреть на моей комнате. Но моя комната, тут нету никакого телевизора. Наверное, нужно в комнату нашего бати. Я иду проверять сынка. Чё-то он совсем зурел. Так, подожди. Как мне делать так, чтобы я делал уроки? Она идет сюда. Это же нечестно. Я смотрю на зеркало и любуюсь собой. Ну, сынок в своей комнате, наверное, уроки делает. Конечно, я делаю уроки, мамуля. Не беспокойся, все хорошо. Давай, открой. Я пойду посплю, наверное. Что-то я устала. Давай ты лучше посидишь. Не стой там, не надо там стоять. Мамуля, не стой, пожалуйста. Ой-ой-ой, она будет меня палить сейчас, она ко мне идет сейчас. Ой, лянь, ко мне идет. Закрой. Вот же сложная игра. Это получается 15 уровень. Или какой? Или 16? Даже не знаю. Ой, мамулита! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Я делаю уроки, мамулита! Джек, почему ты делаешь уроки? Ну-ка быстро! В свою комнату делать уроки! А давайте вы признаетесь, что хоть раз в жизни пытались спрятаться и брали телефон, пытались играть телефон, пока родители не видели. Давайте, давайте, пишите в комментарии. По-любому вы это так делали, я чувствую. Так, папуля тут стоит, что-то он хочет, я не знаю, что он хочет, но он будет сейчас стоять, смотреть в окошко. Пока он там смотрит, давай быстрее открой. Валим, 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 быстрее валим. Мамулита у нас сверху, это хорошо. Во, нам нужно сюда подойти и, конечно же, сыграть на его ноутбуке. Мы взяли, и пойти нужно в свою комнату. Но ты будь осторожен, пожалуйста, чтобы папулита сейчас не заметил нас. Так, мамулита, ты где? Мамулита? Она где-то тут. Беги быстрее, беги! Е-бой! Сейчас сыграем в своей комнате. Подожди. А нам нужно сюда как-то подойти. In your room. Написано your room. В твоей комнате. Что? А вот и эта комната, куда мы должны подойти. Зарядочку нужно забрать. Да ладно, теперь что нам нужно делать? Пойти в нашу комнату. Да, зарядку мы забрали. Вот потихоньку нужно скрытно пойти в комнату нашу. И засесть и сыграть в компьютерные игры. Я думаю, нам даст сейчас мамка пройти. Пожалуйста, мамулита. Ой-ой-ой, она сверху. Надо быть осторожным. А, я кого-то слышу. А где наш сынок? Сынок ваш в своей комнате. Не беспокойтесь. Где она? Куда она зашла? Она куда-то зашла, не знаю. Это она мою комнату, где, получается, я руки мою, моюсь. Так, я надеюсь, не мою комнату сейчас. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Yes, yes. Фух, беги быстрее. Отлично. Пронесло. Мамулиты пока из папулиты нас не тронули. Пока они меня не видят, мы сыграем за компом. Е-бой! Отлично! О, да! Вот это уровень сложняцкий, да? Просто сложняцкий. Я в шокендре просто. Следующий какой у нас уровень, интересно? Так! Ты! Я должен идти в школу! Мне нужно практиковаться! Ты должен практиковаться! Хватит тебе практиковаться! Твои домашние задания очень важны! Фокусируйся на них! Что? Как фокусируешься на них? Ты чё, издеваешься, мамулита? Это мамулита странная какая-то. Смотрите, это реально огромный дом, но нам нужно тут проходить. Play hockey at the back house. Поиграй хоккей сзади дома. Ну-ка, сейчас мы попробуем, посмотрим. Так, у нас это перед, сзади дома у нас какой-то есть хоккей. Нужно практиковаться, но мама говорит, чтоб я делал домашнее задание. Как нам тут практиковаться, не пойму. Play at the back of the house. Вот он хаус, вот он бак. Нужно выйти на улицу? Нет. Да вот, я вроде хожу. Мамулита, привет! Я тебя вижу, проказник! Да, успокойся. Так, лайки, хватит писать, пожалуйста. Что за бред? Она еще радостная такая. Короче, нам нужно практиковаться к хоккею какому-то. Ну, так я не понял, где. Вот мы подошли сюда. Но, скорее всего, нам нужно взять какие-то предметы. Открой. Так, папулиты пока не видно. Ну, с папулита началось как бы сложнее, да? Раньше только мамулита была. Опа! Все, мы взяли. Мы несем, конечно же, на улицу. Сейчас эту штуку.
И мы должны практиковаться сзади дома, хорошо. Ну, типа, если так взять, то это у меня за дома, да? Нужно клюшку взять, я забыл. Если вы хотите продолжение этой игры, влепите прямо сейчас лайк, и я обязательно сниму, поэтому держу вас в курсе. Если вы поставите много-много лайков, я обязательно сделаю продолжение этой игры. Все, с вами был Игорь Кадор, это было приключение мамы, папы и, конечно же, ребятенка непослушного, который хочет играться, но они не дают, они строгие. Кстати, у кого строгие родители, напишите комментарий, а у кого нет, пишите тоже комментарий, будет интересно. Мамуля-то у нас там гуляет, что-то смотрит. Она караулит. Опа, поймала меня. Все, с вами был я, Игорь Кадор. Всем удачи. Всем добра, всем хорошего. Делайте добро, не делайте зла. Будьте всегда на пассиве. Всем пока.